Новый мобильно-дробильно-сортировочный комплекс для измельчения щебня получил «Примавтодор». Он поступил в регион из Китая и состоит из двух полуприцепов, которые работают независимо друг от друга. Производительность каждого составляет 100 кубических метров в час. В ближайшее время новый комплекс будет направлен в Дальнегорский городской округ, где сотрудники «Примавтодора» пройдут обучение по работе с техникой. Сегодня мы осуществили приемку мобильного дробильно-сортировочного комплекса, который состоит, можно сказать, из двух дробильных комплексов. То есть один, который за моей спиной, это щековая дробилка, которая передрабливает камень размером от 500 миллиметров. И вторая дробилка, это уже как комплекс идет, она, это дробилка конусная, которая уже все, весь тот материал, который после щековой дробилки, он уже передрабливается и распределяется по различным фракциям 0,5, 5,10, 10,20. 20-40. То есть это полноценный дробильно-сортировочный комплекс, и все его отличие в том, что он мобильный.